В Ахтубинском районе создается общественный молодежный парламент. Его формированием занимается конкурсная комиссия под председательством Вячеслава Архипова. Так, на ее первом заседании был рассмотрен список кандидатов. Первые 7 человек вошли в новый орган автоматически, без конкурса. Это ребята, которых выдвинули законодательные и исполнительные органы власти, а именно сельсоветы и районная администрация. Кроме того, Совет Ахтубинского района выдвинет еще 3 кандидатов, один из которых будет от фракции коммунистов. А вот молодым людям от общественных организаций пришлось пройти конкурсные процедуры, чтобы попасть в парламент. Нелегко также пришлось и самовыдвиженцам, которые должны были составить целую программу по конкретному волнующему молодежь вопросу. Их видение решения проблем – это то, что нужно конкурсной комиссии. Я считаю, что мы должны завлекать молодежь во все сферы. Не только культура, не только спорт, не только волонтерство. Мы должны вовлекать молодежь в аппарат администрации, в аппарат совета, чтобы молодежь знала о проблематике, как ее главное решать. В этот день было представлено 9 конкурсных проектов. К примеру, один из таких презентовал самовыдвиженец в молодежный парламент Дамиль Амренов. Он касался проблемы оттока молодежи из района. Проведя опрос, 11-классники мне сказали о том, что они хотят уехать из района, потому что им не нравится наш район. Им не нравится, какая здесь инфраструктура. Нет того вуза с тем направлением, куда они хотят поступить. Ну и просто они хотят уехать подальше отсюда. Несмотря на критичность мнений, у молодого человека есть план. Планируется решать этот вопрос с привлечением различных вузов в наш Ахтубинск. Может быть, в какие-то еще большие поселки нашего района привлекать техникумы и другие колледжи. Ну а также улучшать инфраструктуру нашего района. По итогам презентации каждого проекта члены конкурсной комиссии задавали его автору вопросы и путем голосования принимали решение о включении его в состав парламента. Стоит отметить, что все кандидатуры были одобрены. У нас в Ахтубинске очень много достойной, хорошей молодежи. Агитируйте, собирайте, потому что молодежь – это наше будущее. Без молодежи никакое общество не может существовать. Вы и еще раз вы. За вами наше будущее. Председатель районного совета Вячеслав Архипов также подчеркнул, для того, чтобы молодежный парламент функционировал, комиссия в рамках конкурса должна отобрать минимум 7 человек. Отметим, состав комиссии пока только рекомендует кандидатов, а уже 30 марта состоится совет, где районные депутаты осмотрят программы всех кандидатур, после чего будет утвержден состав. С этого момента в районе будет действовать новый орган. Илона Саакова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ.